Так, сколько раз ты будешь делать? 600-700. 600-700. Больше много. Иди сюда, ты закрываешь сюда видео. Встань сюда, пожалуйста. Теперь там Николай. Николай работает с ним. Они одинаковые принимают. Значит, тогда ты сам, а ты посматривай за девочками. Посматривай за мальчиками. Нет, Юрий Александрович, у него сегодня с мамой. Хорошо? Да. Все, давай. Борется. Это ты вот так показываешь, да? А может он повернулся? Получается вот так. То есть на этом, то есть для того, чтобы фотографировать больше, надо вот смотри. Я на соревнованиях фотографирую. Если я ставлю фотографию мамы, вот, то когда она поворачивается, правильно снимет, получается мама. И смотреть можно, да? Лучше, если фотографировать вот так, когда она занимает как бы большой пространство. Так, иди сюда. Да. Ты не борешься, балуешься? Я не борюсь. Точно? А что вчера было? Я хотела себя полюбить. Ну, очень далеко. Вот я хотела, чтобы руки собрала. Стоп, так, какой вот этот формат? Где нужно знать размеры, сюда это не делай широко, чтобы оно. Стоп, аккуратно. Аккуратно. Сколько перфанов? Ну, выставляй руки, Андрей. Скажи мне, как тебе удобнее смотреть? Вот так и чем вот так лежать, правильно? Стоп, АТ! Вы где должны находиться? Если я ставлю вот эту пару. Мате, встали в стойку. Так. Остается. Вы отдыхаете и Буга отдыхает, Миша. Ушли, вон туда шли. Так. Можно качаться? Нет. Сербу?
Вы туда вдвоем. Нет, вы остаетесь. Саша, переходите туда. У вас 5 минут. Так у нас чемпионат республики по дзюдо. Значит, без захвата за ноги. Первое. Второе. При падении не забываем, руки прямые не ставим. Перекат. И самое главное еще, на противника сверху не прыгаем. Делаем какое-то техническое действие, а просто сверху на него прыгать не надо. Так, готовы? Сейчас, одну секундочку. Хаджиме! Так, вас снимает. Хуже. Куда ты все ходишь? Тогда уйдите оттуда, Миша, Шендри, вперед. Шендри, Миша. Библиотеки. Брат,
отвечаю на вопросы, и каждый раз 8-9. Надо садиться и как бы знаки учить, кто смотрит, что за знак, что будем делать. Миша в базаре. Нет, понятно, он как бы, да, больше, но ты знаешь, ну еще можно увидеть. Там, где там закончишь курс, посмотришь, куда оно что-то еще, а потом что-нибудь попадет. И все планы рук. Мишенька, стоп. Мишка, стоп. Или, а, да. А машины там и он вел, и ты водил. Отлично! Структор, ты еще пассажир. Я лишь вот так вот все участвую. Получается. Матей! Встали, заправились, поклонились. Ушли. Следующие вышли. Следующие. Хаджи. Денис, что ты сидишь? Так давай или Борис, или иди нафиг отсюда. Что? Или работай, или иди отсюда нафиг. Что вы стоите, уже все борются? Кого вы ждете? Когда получается, сейчас ездишь, потом ты сидишь. Нет, ну 7 километров сколько? А, 7 километров? Я думал, что 7 минут, 7 минут, это 7 минут просто постоянно поменялось. А раньше по времени? Да. Хорошо. Заехал в круг. Так ты работаешь или нет? Все уже открыть нельзя. Бестолково. Откроют, блин, и оставляют. Можно туда не ходить, Сербу. Все уже. Ты борешься или нет? Я звоню папе, отправляю тебя домой. Пусть звонит. Да, слушай.
конца, до конца. Базари. Правило. Тяжелее или легче? Всякие бывают, а? Да. На лицо, Макс, подави. Но ты не борешься, это нет. Ты за рулем, значит, тебе что? Так, Денис. Соберись, Денис, соберись. Соберись. Матео, встали, поклонились, следующее. Саша, дай мне палку оттуда, пожалуйста. Сергей Анатольевич, а можно тряпку вытереть? Вон там кое-что. Значит так, Даник, не сделаешь бросок, получишь у меня. Миша, Шендри, Шендри, не сделаешь ему бросок, получишь. Готовы? Денис, ко мне. Денис, ко мне. Готовы? Аджима. Хорошо. Да. Кончай. Накажу. Ливия, бросок нужен. Даник, Даник, ты зашел и стоишь. Или не дай ему руки. Я не хотел стоять. Надо делать бросок с падением тогда. Давай. Ты залез и стоишь, даже не двигаешься. Конечно, ему легко бросить тебя. Ливиум, это Сергей, иди сюда. Иди сюда. Блин. Будь внимателен. Он может и коленом ударить, и ногой, и падает. Нет, иди сюда. Если что, возьми и останови спад, или еще что-нибудь. В партере, если упали, он будет бороться. Потому что новичок, это у них в крови ничего не сделаешь. Поэтому не расслабляйся, только когда он отходит, хорошо?
Вот, молодец, молодец. Вот зашел, что ты его жалеешь, Даня? Вот тебе. Шендри, молодец! Молодец, Шендри! А, это Миша. Ёлки-палки. Миша, иди назад, что ж ты. Так кто сделал? Я. Красавец. Молодец, Дан. Супер. Я выставлю в интернет. А что он сделал? Он бедро. Мишу замочил как птенца. Задуши его сверху, вот так вот подворачивается. Даник, ты еще не бросил. Я знаю. Лига, ты еще не бросил. Сейчас ты живешь. Отлично, умница. Вазарев. Ну так погулять невозможно. Нет. Вот видите, девчонок. Девчонки, давайте пойдем, все пойдем. В кино сейчас, я не знаю, в кино уже там такие фильмы дурацкие. Я уже не смотрю. Знаешь, что смотрится. Я футбол смотрю, что еще смотрю. А, искатели есть интересные. Матей! Матей! Встали в стойку. Хаджи! Ты же знаешь, что бывает. Молодец, Саня, красавец! Это Боля кинул Даню. Да, Даник стоит, а Боля лежал. А. Даник молодец. Еще раз можешь? Вообще классно. Слушай, шьешь? Я буду шьюзать. Слушай, вот то, что я как раз должна знать. Вот смотри, вот где ты, вот такая мешковина может образоваться? А что, метр? Понимаешь, мне нужно чучело. Их было много. Раньше такие мешки продавали. А сейчас пойдут они такие маленькие. Где-то же дождал, какая-то мешковина. Чтобы хотя бы когда взять, как бы сшить отдельно, а потом сделать их мешок. Мне нужно пишу он хорошо, Миша. Да, ну ответь ему. Сестре нужно мешков. Я сам что уметь. Ну вот я пробовал просто такие, но они расходятся. Нельзя зашить. Но! Красавец! Материал гемит. Что такое? А, дыхалка. Дай-ка помогу. Стой, держи. Надо поднять его так, чтобы дыхалка. Стой, стой. Плечо? Нет, печень. Мате? Мате? Поклонились, ушли. Следующие вышли. Отлично. Следующие вышли. Игорь, чуть-чуть отползи сюда. Я не хотел сегодня, честно. Просто вы потянули, я не лежал. Пожалуйста. Денис, бутылка. Бутылка.
Готов? Ты готов? Я всегда Я все равно грубо или мягко. Главное, чтобы она держала хотя бы. Где она продается, так как подешевше. Да? Можно измерить. Готовы? Готовы, да? Мешковина. Так, дам ко мне. Сюда. Ко мне. Вот сюда. Вот сюда. Поворачивайся руки вперед. Бери мяч, бери. Сюда. Лесков, сюда. Руки вперед. Сюда. Я буду оживлять его. Руки вперед. Еще раз. Вы будете бороться, эй! Где? Отлично! Это в какую-то сторону, в правую дел, да? Хотя сам легко. Ну хорошо. Ой, прошу. Сегодня уже не училась, сегодня плавала. Ну мы боремся или нет? Что вы с ним разговариваете? Я сделал рекорд. Там базары будут. Я тебя прошу, пусть они сами. Мате? Влад, иди сюда. Да-да. Вот сейчас ты делал бросок. Руку ты здесь держи. Вот здесь, когда ты полностью сидишь. А что ты его на голову бросаешь? Еще. Что ты его бросаешь на голову? Так, что у меня там? Сергей Анатольевич, а можно мы пойдем когда-нибудь снова с девочками играть в волейбол? Я тебе сказал, он девочек выбил. Нет, он принял. Да потому что они ходили. Да, он же здесь имеет чувство. Я не могу выбить, потому что он меня сжал. Я бы давно уже поверил. Ну, великолепно, Каталин. Не понял. Смотри, ты делаешь, руки прямые, хорошо, спасибо, Денис, и стоишь головой сюда, упал бы на тебя, и все, за это ты все понимаешь. Руки прямые, руки так подними. А сейчас мы икону Дениса, да? Он же бросил на стену. Конечно, а что там делать? Пошли. Борис Демид! Да? Ты выйдешь, что-то есть.
Вообще-то рыб болят, брат. Болевым приемом. Удержание болевой. Вот, 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 вот. Захват. Какой, как подхват с такого захвата делает? Вот только взял тебя за пояс. Делай мельницу. Так, сколько там времени? Оп-оп-оп! Молодец, классно сделал. Ну, смотри, куда кидали. Чтобы не ударить. Я еще руководитель.
Этот, Влад, уйдите оттуда. Артем, разогрей. Опять, Виктор. Виктор, смотри, ты не даешь себя бросать. Он тебя уже бросил, ты все равно не даешь. А потом ты еще имеешь привычку держать. Получается, он на тебя падает. Ты возьми, упади, сделай таком. И все. А так он не может уйти никуда, потому что ты его держишь. Да. Да ты что, ты здоровый? Нет. Если все будет там, один домой, другой сюда, все вместе или качаться, или работать. Даник, ну давай замочи ты его уже один раз. А вот. Ну, пошла. Если вы захватываете, вы обязательно или штанину, или ногу захватите. А это вы касаетесь. Нет. Сейчас ты на боли. Этот, Бутук, попроси всех, кто там, пусть зайдут сюда. Там 5 человек. Вы этим чаем там разговариваете. Так, Макс, будите, сядьте туда. Так, внимание сюда. Сербон.
Миша. Саша. 25 бросков. У вас минута есть. Что делать? Не успеваете, наказываю, еще раз будете бросать. Бедро. Бедро. Можно мельницу? Или бедро, или мельницу. Саша, ты готов? Даник, ты готов? Так. Макс, встань сюда, считай. Коля, встань туда, считай. Здесь я считаю. Приготовились? Слух считаем. Хорошо. Внимание. Девять. Десять.
13, 14, 15, 16. Время. Матвей, следующий вышли. Следующее. Катерин, что делаешь? Говори ему, что делаешь? Что делаешь? Внимание! И время! Раз, два, три, Так, внимание сюда. Внимание сюда. Пастухов сюда. Бурдужа туда. Туда. Так. Эй! Куда вы собрались? Я сказал, что вас накажу, если вы не сделаете. Вы балдели. Что вы сидите? Встали. Значит так, Пастухов уйдет. Вот. Раз, два, три. Сюда. Саша, четыре. Сырку, пять. Сюда. Три человека здесь, три человека. Нет. Три человека там, три человека здесь. Встали быстрее. Пастухов посередине. Посередине. Нет, вон там. Так, все остальные встали и пошли к бурдуже. Три человека с этой стороны, три человека с той. Нам еще один нужен. Не надо вам больше никого. Так. Даня. Сюда. Нет, нет, нет. Три человека там. Три человека сюда. Влад, будешь делать аккуратно. Пастухов, будешь бросать аккуратно. Один отсюда идет. Другой отсюда идет. Один отсюда, один отсюда. Упал, сразу уполз. Так, покажи, Влад. Любого. Раз. И туда назад, на свое место же. Давай. Оп. Теперь. Эй! Послушай меня внимательно. Если ты будешь идти так. Эй! Не так идти, а вот так идти. Тем более не выше вас. Значит, нужно что? Чуть-чуть выше руки. Хочу баловаться. Так. Готовы? Yes. 100 бросков. Сейчас, одну секунду. Внимание! Хаджиме! Раз! Два! Три! Четыре! Пять! Шесть! Семь! Восемь! Девять! 10. Что вы сидите? Делайте там пресс. 11. 12. Руки выше. 13. 14. Быстрее уходи. 15.
16. 17. 18. 19. 20. В центре, Влад. 21. 22. 23. 24. Могла бы. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31 уходи. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 56. 55. 57. 58. 59. 60. 61. От камеры уходи. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 8. 9. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 100 рамоте. Пошли вокруг ковра. Все заправились. И через одну минуту строимся. Опять? Все. Еще один раз. Да. Я и можно их уже отпустить домой. Пастухов ходит, тренируется, тренируется. 100 брусков и никакой. Вот так. А мне говорят, что... А потом раз. Так, Макс, сюда. Бери его. Коля. Вот здесь, чтобы я видел. Все построились. Все. Все-все построились вот туда. Вам еще 10 приседаний, только тогда спущу. А, туда, туда двигайтесь, двигайтесь, туда, 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 туда двигайтесь. Стоп, вот так, а вы сюда встали. Значит, слушайте меня внимательно. Значит, сегодня, понедельник обычно собрание, подвиньте сюда, обычно собрание бывает, все учителя и тренера. Значит, в феврале месяце, тотальная проверка. Секции спортивные. Ходит, кто не ходит. Поэтому не обижайтесь. Сдам. Всех сдам. То есть вы, в принципе, ходите нормально. Вот у меня там 12 класс немножко. А так все более-менее. Бывает иногда. Чтобы вы просто знали. Значит, сейчас так. Значит, кто хочет, идет качаться. Кто хочет, делает 10 отжиманий. 10 приседаний, 10 раз пресс и уходит домой. Только с этой стороны. Все.
Пастухов, послушайте. Вот там. Три. Мальчики, 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 перешли все на эту сторону. На эту сторону. Два. Туда. Зечер, шизе. Зечер, вот и. Зечер. Я не знаю. Там, Что? Нет, вы через право-влево, через медицину, через педал, через педал колен, повторите вот эти вот основные пять кусочков, заднее, бедро, через педал колен, медица. И что вы будете сегодня делать? Сколько бороться? Ну, 20 минут. Сколько как можно? Сможете вы 5 минут? А то я чай не успею выпить, этот Михаил. Все. Она меня возит домой, не управляет. Я с ней дружу. Айда? Да. Ай, механик, пора автомат. Механик. Автова. Ответ. Здравствуйте. Вот, да, есть документ. Все. Так что у меня личный водитель. Очень красивый. Так, Денис, ушел. Ушел. Или качаться, или домой. Андрюха в сторону. Да, да, да. Все, все, все. Можешь туда, где еще хочешь. Влад, тебя с топливом до колен. Иди лучше домой. Завтра покачаешься. Так, у вас 30 бросков. После этого вы начинаете бороться. А это не броски были, это фигня.